Друзья, всем огромный привет из Лондона. Заядлый вопрос. Сколько денег на поход в супермаркете? Вот, например, моя корзина. В Сейнсберис я ходила. Супермаркет, местная британская сеть. Очень популярна, такая средняя руки. Вот смотрите, я заплатила 17,24, 17 фунтов за вот этот набор продуктов. Что у меня здесь есть? Это финики иорданские, 500 грамм, 3,50 стоит. Так, крупные. Дальше, это два авокадо. Авокадо были даже на скидке, они до 12, до завтра. Но они очень такие крепкие еще, поэтому, в принципе, сразу употребить 1-2 дня то, что надо. Что у меня дальше здесь есть? Это коттедж-чиз, это аналог творога, да. Большая упаковка, 600 грамм. Я беру тот, который пожирнее. Здесь жирность у нас, сколько здесь написано? 6,5, да, per 100 грамм. 6,5 грамма, или что здесь пишет? Да, 7% жирности. Так, вот такой творог, он как такой, жемчужинками. В Беларуси назывался жемчужинка такого типа. Но он такой, знаете, густой, то есть там воды нет никакой. Так, дальше. Это сыр, который мягкий сыр, то есть как молочный. Что-то похоже на это, только более пожирнее, 11%. Его намазывать или во что-то добавлять очень. Здесь 300, где тут написано, 300 грамм здесь должно быть. Так, сейчас, одну секунду. Вернем. Где-то было написано, что здесь 300 грамм, совершенно точно. Так, 300 грамм. Ингредиенты написано вот. Жирное, цельное, full fat soft cheese. Коровье молоко. Так, такой стоит 1,65. И что у меня здесь еще есть, это хлеб, чабата. Половину уже нет, он очень вкусный. Да? Здесь он стоит 2,10, 2 фунта 10. Он подороже, это выпечка местная. Здесь только натуральные ингредиенты. Мне очень нравится чабата с оливками. Так, на оливковом масле. Так, что у нас по чеку еще давайте. Вот, медовые финики, да, 5, полная цена по карточке супермаркета, скидка 1,5-3,50. Коттедж-чиз, это у нас творог, да, вот этот 600 грамм, 2,50. Хлеб, чабата с оливками, 2,10. Дальше у нас это мясо, это ламп, фарш ягненка, мясо ягненка, это новозеландский, 10%. Местный британский продается в основном 20%, достаточно жирный. Здесь 500 грамм, стоит он 7 фунтов со скидкой супермаркета, 50 пенсов скидка, 6,50 получилась такая упаковка. Местный, который британский, он будет немножко дешевле, не намного, где-то один, может быть, 1,5 фунта. Но там жирность намного больше, 20% жирности. Что еще у нас здесь интересного? Все, это у нас сыр 1,65, авокадо 0,99. Итого 17,24. Вот такая история, друзья. Пожалуйста, вам реальная ситуация на 11 мая 2024 года. Ставьте лайк, надеюсь, вам понравилось. Понравился такой маленький обзор. Напишите в комментариях, сколько бы такой набор продуктов стоил у вас в стране, где вы живете. Сравним ситуацию вот по такой обычной, да, корзине продуктовой. Всем счастливо, всем пока. Увидимся в следующий раз.